Всем привет, ребята! Сегодня по заявкам я решила приехать в Дивноморское, сделать обзор цен именно в Дивноморском, потому что после Кабардинки меня попросили также сделать несколько обзоров, и я обязательно для вас приехала именно сюда, чтобы показать вам цены, потому что уже туристический сезон открыт вовсю, и цены уже, в принципе, в магазинах и везде зафиксированы. Вот я хочу с вами познакомить вас с ценами, чтобы вы знали, сколько вам, наверное, денег надо брать с собой, сколько стоят те или иные продукты. Надо смотреть это видео до конца, потому что будет очень полезная информация. Начинаем. Вот у нас наша центральная аллея. Если вы гулять будете по ней, в первую очередь идти к морю будете по ней, потому что она такая самая, наверное, основная. И, естественно, идет еще также набережная в левую сторону и в правую сторону. И там вы, соответственно, также будете гулять. И, в принципе, больше тут делать-то и нечего, только вот в этих местах. Я бы хотела показать вам цены. Так, сейчас я найду, что конкретно вам показать, потому что что-то все цены у них спрятанные. Да, наверное, надо пойти. А, вот. Вот, например, пиво. 0,5, 60, 70 рублей. Неплохо, слушайте. Квас 0,2, 20. Чебуреки с мясом 70. Мясо, сыр 80. Ветчина, сыр. Ну, в общем, не очень так и дорого. Даже удивительно. Ну, я думаю, что примерно как в Кабардинке цены будут здесь. Да, как и в Геленджике. Примерно все одинаковые цены здесь. Особо они не выделяются. Курортные цены с большой наценкой. Это все, что я могу вам сказать. Вот смотрим. Завтраки 90 рублей. Омлет 90. Сырники 125 рублей. Блинчики 70. Первое блюдо супня 85. Борщ 145. Неплохо. Даже неплохо. Пицца барбекю 485 рублей, 33 сантиметра. Русь 499 рублей. Наверное, такой же диаметр. Пицца. Вот здесь не очень дорогие цены. Живое пиво. И 50 рублей прямо. Мороженое. Один шарик 30, 4 шарика 80. Нормально. Ну, одежда. Думаю, одежду смысла показывать нету. Ее здесь очень много и всякой вообще. Сувениры, курорты. Я думаю, больше будет интересно показать на питание цены. Так, сейчас мы идем в фастфуд. Выпечка, шаурма, мидии. Курица-гриль 250 рублей. Так, шашлыки. Картофель на углях 50. Свинина антрикот 85 за 100 грамм, я думаю. Свинина 100. Куриные крылышки 70. Пирожок 42, ватрушка 45. Неплохо даже. Не так уж и дорого. Одежды здесь, конечно, очень много. Бытовая химия, если вам что-то нужно купить, тоже здесь имеется. Живая пицца. У нас самообслуживание. Я думаю, что здесь цены небольшие, но очень много столов. Я думаю, рассчитана на большую толпу людей. Рюкзаки всякие. Сувениры. Одежда. Так, одежды очень много здесь, в курортных товарах вообще на каждом шагу они. Так, питание, где у нас питание? Самые низкие цены. Оптово-розничная сеть. Смотрим. Сумка, планшет 50 рублей. Спиннер 30, спиннер 80, водомет помпа 200, зонт большой 650, зонт маленький, я так думаю,
450. А, магнит 20, магнит 5. Лежак ортопедический 250. 500, 350. Полотенце 200. Отлично. Парео 100. Супер. Вообще. Бейсболка 300. Бейсболка 200. Козырьки 200. Подушка антистресс 450. Доска сувенирная 80 рублей. Игрушки 30, 300 куклы. Мягкие игрушки 450. И вот я пришла в столовую. Хочу познакомить вас с ценами здесь. Я думаю, перечислять я не буду. Вы сами прочитайте, что предлагают. И за какую стоимость. Ой, вам садится что-то. Ну, недорого, кстати, очень даже. Овечка 30 рублей. Видно на мангале. Баранина 180. Вообще, слушайте, отлично. Столовая прям на набережной. Я сделала маленький обзорчик цен. Примерно, я думаю, вы теперь понимаете, какие цены здесь на набережной. И, в принципе, легко сможете рассчитать свой бюджет, сколько вы будете тратить на продукты или на сувениры, или пляжные товары. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!